фехтованием. Нелли Кудинцова занимается фехтованием с детства. В благородный вид спорта ее привела мама, олимпийская чемпионка Евгения Ламанова. В декабре прошлого года девушка одержала победу на первенстве России среди участниц до 15 лет. Ближайшие цели, наверное, я хочу попасть на международные турниры, выполнить мастера спорта международного класса и побывать, наверное, в красивых местах. В Курской области очень хорошая поддержка спортсменам, не только в плане материальной, но у нас есть замечательная база 7, на которой проходят учебно-тренировочные сборы. Виктор Карамышев вручил одаренным спортсменам, успешно выступившим на первенствах России и Европы, денежные сертификаты на сумму от 13 до 19 тысяч рублей. Такие встречи уже стали традицией. Мне приятна динамика, которая отмечается. Если в 2021 году было всего лишь 13 таких спортсменов, то теперь 47. Также правительством Курской области введена уже и много лет выплачивается стипендия. В прошлом году, опять же, есть положительная динамика, в прошлом 142 спортсмена стали получателями стипендии. В этом году стипендия будет вручена и выплачиваться 180 спортсменам.